Патти. И здесь интересный котельчик. Котел называется Федерико Бугатти Рек. Его отличительная особенность, третий теплообменник. Котел, можно сказать, конденсационный. За счет тепловых газов нагревается подача в теплообменник. Ну, а в основном он похож на котел Бязи. В нем используется протокол Опентерн. Есть зонд. И, кстати, весь этот стенд находится в полностью рабочем состоянии. Все горячее. Очень, кстати, горячее. И даже радиатор. Не поверите, реально горячий. Стабилизаторы отечественного производства. Где они производятся? В Казани. Главная отличительная их особенность постоянный ноль, насколько я помню, да? Постоянный ноль — это стабилизация, когда происходит, это вот у инвертора. У инвертора. А здесь? Здесь погрешность плюс-минус 10 есть. А, есть все-таки, здесь, да? Есть, бывает. Но я, насколько понимаю, данный стабилизатор, ну как сказать, постоянная фаза ноль расположения. То бишь, как бы здесь мы не переворачивали, здесь всегда на выходе правильная фаза ноль. В нем есть еще одна интересная функция — защита от нестабильной сети. По сути, встроенное реле напряжения. Интересное решение. Модульные коллекторы собираются по частям на ваши условия, скажем так, отопления, что требуется. Также здесь еще представлены просто коллекторы из композитных материалов с расходометрами, с регулировкой и из нержавеющей стали.